Привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Тема сегодняшнего видео опять ответ на вопрос, который задали мне в одном из моих видео. Как переводить комментарии на YouTube с телефона. Когда я записывал это видео, уже прошло 2 года. И на данный момент то, что было тогда, уже не актуально. Сегодня хочу показать немножко изменения и как раз ответить на вопрос, который задали мне здесь в комментарии под этим видео. Я читаю дословно уже, как здесь написано, немножко как бы не по-русски, но вы, наверное, поймете меня. У меня перевод таджикская входит, как мне делать по-русски перевод. То есть я так поняла, что на таджикском переводит, а ему нужно на русский язык. Давайте я сейчас сразу перейду к делу. Кто не видел это видео, вы можете посмотреть и потом поймете суть самого этого видео. В этом видео я рассказывал, каким образом можно переводить через Google Chrome. Ну, там через веб-поиск можно было переводить. Сегодня покажу, каким образом немножко изменения другие совсем. Давайте сейчас перейдем к делу. Зайдем в Chrome сейчас на данный момент. А вот вы видите, я зашла в Chrome. Далее я просто захожу... Видео нахожу, например, да, какое-то определенное мое видео. Давайте вот это последнее видео выберу. Зайду в комментарии. Надеюсь, тут на иностранном языке что-нибудь есть у меня. Вот я ищу вот на иностранном языке, у меня здесь написано. Давайте вот этот выберем. Я просто пальцем беру, выделяю. Вот таким образом, видите. Далее нажимаю 3 точечки, видите, с правой стороны идет копировать, поделиться и... 3 точки. Нажимаю на 3 точки. Дальше в том видео рассказывала, что через веб-поиск можно было переводить. Сейчас на данный момент вы просто нажимаете «Перевести». И он у вас уже, видите, автоматически здесь переводит. Далее мне там задают вопрос, что у него выходит таджикский язык. Что мы делаем? Мы просто берем, нажимаем вот где написано «Русский», да? Нажали на «Русский». Далее выбираете... У меня, у него, видимо, таджикский, он находит свой русский язык. Давайте я выберу таджикский, для того, чтобы понятно было. Вот у него таджикский отмечен, видите, здесь я выберу его язык. И вот у меня на таджикском его переводится. Вот таким образом можно переводить. Опять нажму на таджикский, нажму русский. И вот у меня уже русский язык идет. На этом, если вам полезно было мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с другими, ждите новых видео. Как обычно, задавайте вопросы, будем записывать таким образом. Всем всего доброго, до скорой встречи, всем пока-пока.